всем своим сердцем, с огромным смирением и принятием, я склоняюсь перед высшей волей и принимаю его план на мою жизнь. С истинным чистым покаянием, пронизавшим меня до самой глубины сознания, пронизавшим, пропитавшим каждую клеточку, каждый сгусток энергии моего тонкого и физического тела. Я принимаю волю Господа на свою жизнь. Я принимаю Его божественное благословение, Его планы, видения моего пути. Самого оптимального, самого наилучшего, самого приемлемого. Ведь все во имя всеобщего успеха, всеобщего развития, всеобщего счастья, творения, нарастания. Ом Тат.